Всем привет! Вы на канале «Домашние питомцы», с вами я, Света, и сегодня у нас будет такая тема, как бы не совсем к моему каналу, но я думаю, вам она будет интересна. Тема называется так: «Почему же мы, девушки, женщины, так любим животных? Почему нам так важно о ком-то заботиться, о ком-то ухаживать, да? Почему мы заводим цветочки, собачек, кошечек, хомячков, крыс?» В общем, я решила вам рассказать об этой теме немножечко. Я по образованию педагог-психолог, и поэтому что-то в этом понимаю, да, что-то могу вам с вами с чем-то поделиться. На самом деле все дело в окситоцине. Окситоцин и тестостерон. Тестостерон, он в основном такой ведущий гормон у мужчин, а окситоцин — это ведущий гормон у женщин. Их еще называют гормонами антистресса. То есть, чтобы женщина испытывала меньше стресса, да, например, там на работе, после работы, да и вообще, в принципе, жизнь — это сплошной стресс, у нее должно быть окситоцин, то есть она должна постоянно пополнять выработку окситоцина. У мужчин тут немножко другая история, у них гормон антистресс — это тестостерон, и чтобы они, так сказать, справлялись со стрессом, им нужен этот тестостерон. Вы замечали, часто такое бывает, что мужчины после работы, например, они приходят, им нужно поиграть за компьютером, посидеть в телефоне, полазить по соцсетям, например, посмотреть телевизор. Вы не думали, почему так? На самом деле, тут все дело в тестостероне. Таким образом, он его пополняет. Смотря телевизор, многие люди ассоциируют себя с главными героями, да, то есть, играя в компьютерные игры, они проходят задания, они там герои, да, то есть, и у них вот восполняется тестостерон, вот этот вот гормон антистрессовый, и только после этого они могут с нами пообщаться и нам уделить время, женщинам. У женщин все наоборот. Итак, когда мы о ком-то заботимся, когда мы о ком-то ухаживаем, у нас вырабатывается окситоцин. У нас просто, у женщин это заложено природой. У нас потребность за чем-то, за ком-то, в общем, ухаживать, понимаете? У нас такая потребность. Поэтому даже если девушка не завозит животных, даже если она их не любит, она все равно наверняка, мне кажется, заведет какой-нибудь цветочек. Вот, вообще часто у женщин обязательно что-то есть. И даже когда мы заботимся о цветке, он же все-таки, как ни крути, тоже живое, да, живое существо, так сказать. Когда мы поливаем его, пересаживаем, мы испытываем эту выработку окситоцина, нам проще справляться со стрессом. То есть нам так проще жить. Поэтому я хочу вас, мужчин, парней, отцов, если ваша девушка, дочь, жена просит купить какого-нибудь хомячка, завести там собачку или кошечку, не отказывайте им в этом. Им это нужно, потому что люди не всегда способны дать столько окситоцина, сколько нам нужно. Этого гормона счастья, гормона обнимашек, как его еще называют. А с животными мы пополняем этот запас, мы справляемся со стрессами на работе, в повседневной жизни. Оно нам просто необходимо. Поэтому, если ваш ребеночек просит у вас завести хомячка, если, конечно, этот ребеночек осознанно просит завести хомячка, то купите ему хомячка, и вы увидите разницу. Ваш ребенок станет спокойнее, добрее, лучше, и в мире воцарится любовь, согласие и многое другое. В общем, с вами была Света. Любите животных. Надеюсь, это видео вам понравилось. Возможно, оно было вам полезно. Может быть, вы об этом не знали. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока!